Незалежній Україні 30 років. Ми маємо власну конституцію, власні національні символи та неповторні культурні особливості. За три десятиліття наша країна стала сильною та потужною державою. А за що саме дніпряни люблять Україну? Зараз запитаємо. За природу, за те, що я тут родилась, працюю. Я дітей учу, я вчитель. Конечно, я люблю свою родину, свою Украину. Здесь очень красиво, очень красиво. Я люблю города и архитектуру Украины. За терпеливый и добрый народ, прежде всего. За достижения, за науку, за климат. В основном из-за людей. Конечно, за пейзаж, за чернозем, за красоту, за нашу архитектуру у нас, за наших людей. Я рада, что я родилась в Украине. Вот. Мне здесь хорошо, очень уютно. За свободолюбие наших людей, за то, что они любят свои семьи, за то, что они не хотят слушать команды и каких-то других президентов других стран, за то, что они, в общем, милые, дружные люди, очень отзывчивые. И нам очень комфортно в нашей стране. Знаете, мы много путешествуем, мы живем в другой стране, за океаном. Нам приятно. Мы приезжаем сюда каждое лето и никак не можем сказать «до свидания» нашей стране. С Россией никак не сравнится. В первую очередь за природу, за все, что вот есть вокруг нас, людей, воздух, горы, степи, моря, не знаю. И хотелось бы, чтобы это приумножалось, расцветало и больше, конечно, историю узнали люди свою, потому что я сама вот этим вопросом задалась недавно. Наверное, вот за душевность. Люблю и хочу, чтобы наша страна развивалась. И все получилось, несмотря на препятствия. Я люблю нашу страну за очень много факторов. Погода, природа, люди, возможности. Как ни странно, красивые женщины. Съездите в Германию, увидите большую разницу. За такие вот какие-то добрые, позитивные моменты, которые связывают меня с Украиной. Потому что я тут родила своего ребенка, здесь родились мои внучки. Ну, конечно, я здесь живу, поэтому это... Наверное, частичка меня Украина. Несмотря на то, что, наверное, сейчас все больше самообразовываются, чем получают образование, но при этом есть где себя реализовать. И это очень круто, ну и очень здорово. Она такая красивая, она такая гостеприимная. Столько красивых мест у нас в Украине. Ну как не любить Украину? «Одинадцятий канал. Усі фарби твого життя». Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.